ne? Če imate nekaj nas kadri več. Ну, вообще, я уже весной приезжал, вот, то есть, там, чтобы санкции обходить, нужно было регистрировать юрлицо, вот, и как только мобилизация началась, сразу первая мысль, что нужно к вам, потому что у вас понравилось. Легко ли купили билет? Честно говоря, да, легко, но за большие деньги. А сколько? За 100 тысяч рублей. Здесь буду работать удаленно у себя, буду попутно учиться осваивать новую, скажем так, полспециальность в IT. Вкачусь в нее, в блокчейн именно. И дальше, не знаю, может быть Дубай, может быть, если нормализуется обстановка. Скажем так, как только нормализуется, я вернусь в Россию сразу.